Ассаламу алейкум, друзья. Всех приветствую снова на моем канале. Короче, нахожусь в Дербенте. Приехал сейчас в Дербент. Вот, тут у меня гости из Москвы. Приехал с ними повидаться, обещал им отвезти на водопады. Вот, жду сейчас, пока они выйдут. Сейчас они оденутся, выйдут, поедем мы на водопады. Но пока не буду говорить, куда именно, так неинтересно будет. Поэтому ждем наших москвичей. Поеду, покажу им один небольшой водопад на южном Дагестане, в южной части Дагестана. Вот. Посмотрим, понравится, не понравится. Это мы у них спросим, короче, в конце. Понравится им или нет. Нам наши не отправишь? Никакого интервью я давать не буду. Такое вот, короче, приветствие у нас сегодня с москвичами. Вообще? Несмотря на то, что находится в Дербенте, дерзко себя ведут очень. Наглые вообще. Не то слово. Я другое хотел сказать. Я хотел сказать, что лучше гор могут быть только горы, поэтому мы направляемся в горы. А там, где водопад? Да, на водопад поедем. Вот я посмотрю сейчас на водопад. Слава Богу, наконец-то мы приехали, уже пол отпуска прошло. Наконец-то ребята нас отвезут на водопад. Мы их ждали. Вот. И потом я расскажу свое мнение. Обязательно. Вот такой вот договор, уговор. Короче, едем на водопад. Им тоже не угодить никак. Очень капризные люди. В общем, друзья, мы отправляемся на водопад. Надя сразу начала с наезда. Посмотрим, что Вика скажет. Пока Нади нету, воспользуемся. Вика на ее камеру вообще разговаривать да, не умеет. Ну я говорю, отдых как просто проходит. Да, в принципе, все хорошо. Все устраивает. Устраивает? Да. Это самое главное. Главное, чтобы устраивало вас и все. Остальное ерунда. Загар получили, все нормально. Загар со всеми ожогами. Да? Знаешь, как день оладушек с этой стороны жарится, день с другой. Мы тоже вон первый день поехали, когда прям в самый такой, в жару, в час пик приехали на море. Потом такими все, каракатицами спали. Не то, что кривенько. Загорели, мы сгорели там. Вот. Сейчас куда-нибудь обратно в город поехать нас вообще не примут. С таким загаром. Хотя сейчас все едут туда загоревшие. В толпе можно спутаться, там запутаться. Невкусно было, что ли? Чуду? Давай не а я еще не ела. А, чуду не ела? Я еще пока не ела. Сейчас попробую именно чуду. Мясной не вот ела. Это вот чуду, оно очень вкусное. Сейчас да. Покушаешь, попробуй только. А с собой же здесь? С собой. Короче, очень голодные они. Мы с утра на море, да, не завтракали даже, поэтому вот привез. Пускай попробует чуду. В камере спаской. Порежете, я потом гляну. Вы сами делаете? Конечно, сами. Запах шикарный. Я побежала. Побольше бери денег. Да у меня всего там 600 рублей, ты не сказал. Наконец-то мы позавтракаем. Ага, еду увидела, аж танцевать начала. Да. Откуда силы только взялись у меня, да? Да, сейчас дагестанский чуду поешь, вообще будешь, наверное, как... Да пляшу, резинку. На водопаде посмотрим. Да, а тут, наверное, вкусные помидоры. Вика, поехали, они нам сейчас не нужны. Зафиксируй, как вы едите. Так ты же не снимаешь. Снимаешь. Записываешь. Где наши фотографии и видео, которые ты снимал, когда мы прилетели? Да будет, все. Ребят, он мне не скинул ни одной фотографии. Обманщик, верить нельзя. Первый раз ем на камеру. Ну что, вкусное что-то? Да, извините, конечно, но я очень голодная. Поделиться со мной не хочешь? Пожалуйста, вот еще целый кусочек. Не, потом, может быть, после, ну как прыгну пару раз в водопад. А, сверху, может, ну если говорить. Что-то останется, то
быть может. Слушай, ты в Касумкенте то же самое сказала. Когда шашлык принесли, ты сказала, вы можете пойти пока погулять, прийти, потом, если останется, и все время. После тебя будем все время кушать. Остатки, да? Приходится вам доедать после меня. Ну а что сделаешь? Ну ладно, мы пока поедем. На водопад там посмотрим. Еще я вас там оставлю. Хуже было бы, если бы ты принес еду и не увидел бы ни кусочка. Я поэтому сначала, короче, сам поел с утра, еще в селе уезжал. Я знал, что такая картина будет, поэтому я сам подкрепился. Решил, пока нет девчонок, быстренько хомячить, да? Да, да. Ну, молодец, это правильно ты сделал. Ну, если бы не так, то я до вечера останусь голодным. А ты помнишь, куда мы едем хоть в этот раз? Я? Сейчас скажу. Табасаранский район. А кто там живут? Табасаранцы, ну, да? Логично, табасаранцы. Да, едем, друзья, в Табасаранский район. На водопады. Регион Нижегородцы. Нижегородские ребята здесь на отдыхе. Не, ну виды очень красивые, конечно. Просто. И там я их делаю. Вика ничего не снимает. Мне не работает. Я говорю, так, наверное, рожи твои не помещаются. Я сказал, что она не помогла. Тут по дороге нас встречает комбайн. Надя, когда видела последний раз комбайн? Вчера. Вчера? А, ну ты же вчера в Дагестане была. Нет, я аккумулятор берегу. Я водопад очень хочу. Но ты даже не старалась. По дороге свадебный кортеж, короче, встретили. Они что-то здесь договариваются, строятся, короче, колонну строят. Поэтому немного попали в небольшую пробку в Табасаранском районе. Вот это количество машин. Да, это еще мало. Ехали, свернули с маршрута, решили сначала на крепость подняться, крепость семи братьев и одной сестры в Табасаранском районе. Мы находимся... Какой сегодня день? Четверг. Если мне память не изменяет, то четверг. Мы находимся в Табасаранском районе. Поднялись сейчас на крепость семи братьев и одной сестры.
Загир, где мы находимся? Мы сейчас находимся в Табасаранском районе. Поднялись на крепость, которая называется крепость Семи Братьев и Одной Сестры. Табасаранский район. Здесь рядом есть водопад, на который мы сейчас направляемся. Ханакский водопад. Водопад Кучни, еще говорят многие. Какая красота вообще просто. Не описать. Ну да, интересное место. Сейчас мы поближе поднимемся туда. Сделаем круг. На смотровую поднимемся и туда. Да, да, да. Что можете сказать про Дагестан? Вы знаете, мы обалдели просто от природы. От впервые вашей. Здесь? Мы да. Впервые, но мы мечтали давно попасть сюда. Мы все съездили, да. Все в восторге. В восторге просто безумно прекрасный, замечательный ваш. От ваших все. Фруктов. И люди, кстати, нам и люди добрые. Мне очень нравятся спасибо ваши люди. Нам тоже вы приятно. Хорошего вам народ. Отдыха. Спасибо. Вам огромное. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Много туристов, много отдыхающих, гуляющих. Многие приехали с разных далеких концов России. Вот. Все отзываются, самое главное, хорошо. Что является самым главным и важным для нас. Погода просто хорошая. Теперь обратно спускаемся на этот спуск, по которому мы очень тяжко поднимались. Сказать, что тяжко. Как-то так немножко страшновато даже. Страшновато, конечно, да. На дорогах.